Добрый день, меня зовут Екатерина Остапова, и я менеджер по разработке мотивационных программ компании Таповая СНГ. С большим удовольствием представляю вам абсолютную новинку – сервировочный центр. Идеальный помощник в вопросе сервировки, угощений в праздничные дни и будни. Сервировочный центр обязательно станет главным атрибутом чаепития и превосходным решением для компактной, красивой сервировки, снеков, сладостей, фруктов и ягод. Сервировочный центр, как и все изделия компании «Таповая», отличается широкой многофункциональностью и высококачественным материалом, благодаря чему изделие невозможно разбить, а яркий цвет точно привлечет внимание. Изделие состоит из следующих частей – тарелок диаметром 25 и 26 см и основания, что позволяет использовать изделие отдельно или один или два уровня сразу. Вы с легкостью сможете собрать и разобрать изделие. Для этого в центр одной из тарелок поместите основание, затем сверху поставьте вторую тарелку и закрепите ее. Верхний уровень прекрасно подойдет для сервировки торта или пирога, а нижний – для пирожных, кексов, других кондитерских изделий. Сервируйте снеки в нижнем уровне, а основание используйте для соуса. Вы также можете использовать изделие для подачи на стол свежих фруктов и ягод, например, клубники, винограда, мандаринов, яблок, бананов и многого другого. С легкостью храните угощение, накрыв одной тарелкой другую. Чтобы изделие как можно дольше могло послужить вам, мы не рекомендуем использовать его в микроволновой печи и морозильной камере. Также обязательно помойте изделие после использования вручную. Благодаря сервировочному центру подача на стол снеков, сладостей и фруктов станет поистине привлекательной. Особенно такая сервировка порадует детей. Встречайте сервировочный центр уже в самых ближайших программах. Первыми абсолютную новинку получат главные люди бизнеса «Таповая» – рекрутеры за квалификацию новых консультантов в январе. Больше рекрутов – больше подарков!